Леш, с победой. Оцени сложность матча от 1 до 10. Спасибо большое. Конечно, сложный матч. Очень быстро развивались события до этого матча. Но добыли победу. Первый матч сезона. Да, очень нужна это была победа для уверенности в дальнейшем. Был ключевой момент, который мог стать ключевым, когда могло стать счет 2-0, а стало 1-1. Что там произошло в том эпизоде? Ну, игра рукой, да, если я не ошибаюсь, у Сереги Пеняева. Хотя он и не играл, ему сама попала, он бы ее никого не убрал. Ну, судьи так решили, значит, это такое решение было правильно. Ты забил свой первый гол в сезоне, второй «Локомотива». Эпизод такой получился непростой, до конца ты шел на вратаря, да? Да, ну тут хочется отметить Диму Варину, да, за классную передачу, а мне оставалось в подкате перекинуть вратаря. Тебе твой второй серьезный сезон получается, мало лет еще, но уже потихонечку основным игроком становишься. Что ощущаешь, как? Ну, основным игроком пока я считаю, что это громко сказано. Я сыграл буквально 7 матчей только за основной «Локомотив». Впереди еще много работы, нужно прибавлять во многих компонентах. Буду очень стараться становиться стартовым игроком. Что помогло сегодня вырвать победу? Потому что в прошлом сезоне начали с Рубином как раз 2-2, а сегодня 3-2. Морально-волевые, наверное, качества, да. Нужна была, сказал еще раз, победа. Первый матч сезона, нужно начинать с победы. Что тренер сказал после победы в раздевалке? Похвалил всю команду, сказал, что проявили морально-волевые качества, да. И поздравил еще раз всех с победой. Что скажешь об Акроне? Хорошая команда, играет, старается играть в футбол. Есть интересные личности, да. Интересно будет посмотреть на них в этом сезоне. Как тебе атмосфера на трибунах? Сегодня мне очень все понравилось, да. И надеюсь, так будет на каждом матче. Спасибо большое болельщикам за то, что пришли и поддерживали. Мы чувствуем это и играем для вас.